Нова Idea Center A540-24ICB. Ваш будущий медиа-центр с беспроводной зарядкой для телефона. В комплекте с моноблоком идут кабель питания и набор документации. Начнем с корпуса. Основная часть из черного матового пластика. Откидная подставка медного цвета с глянцевой поверхностью. Корпус выполнен компактно для экономии места на рабочем столе. Основание подставки – это беспроводная зарядка стандарта QI. Положите на нее телефон, поддерживающий этот стандарт, и он начнет заряжаться. Перейдем к экрану. Его диагональ 23,8 дюйма с разрешением Full HD. Угол наклона дисплея регулируется. Посередине над дисплеем расположен выступающий модуль камер с физической шторкой. За производительность системы отвечает шестиядерный процессор Intel Core i5-9400T с базовой частотой 1,8 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Графику обрабатывает встроенное видеоядро Intel UHD Graphics 630. Документы, фото, музыку и видео можно хранить на жестком диске с емкостью в терабайт. Если вам этого мало, используйте внешнее хранилище. Порты расположились в нижней части устройства. Это два USB 2.0, три USB 3.1 первого поколения, два порта HDMI, комбинированный разъем для наушников с микрофоном и гигабитный сетевой порт. В нижней части моноблока установлена пара 3-ваттных динамиков стандарта Dolby Audio и сабвуфер на 5 Вт. По стальным соединениям в наличии Wi-Fi и Bluetooth модули, а также встроенный картридер 3 в 1 под SD-карты. Обратите внимание, на моноблок предустановлена система FreeDOS. Операционную систему придется устанавливать самостоятельно. В итоге перед нами довольно мощный моноблок под любые задачи. Он отлично справится с функцией медиа-центра благодаря качественному дисплею, неплохой встроенной акустике и широким возможностям подключения. И не забудьте про беспроводную зарядку. Это и правда очень удобно.